Надеюсь, этот флажок не будет нести смерть, но когда-то выбрать его все равно придется. Чем раньше, тем лучше. Ну, погнали. Мама, добрая, ты чего? Я на работу опаздываю, Бет, мне хана. Но у тебя сегодня выходной. Нет, оказывается, мне нужно выйти, срочно вызвали. Почему появился какой-то череп? Пофиг, что бы это ни было, это что-то очень плохое. Мама, не иди на работу. Что? Но тогда меня уволят. Случится что-то очень плохое, не иди, пожалуйста. Да что может случиться, Бет? Мне доехать тут всего один квартал. Просто поверь мне. Ладно, я пошла искать новую работу, потому что сегодня меня уволят из-за тебя. О, господи, Бет, смотри. Срочные новости. Здание Town Building только что начало обрушаться. Уже сообщают о десятках жертв. Причина разрушения пока неизвестна. Это ведь моя работа, я бы погибла там сегодня. Хорошо, что я послушала тебя. Привет, Сара. Бет, с твоей мамой все хорошо? Место, где она работала, ты видела, что с ним случилось? Да, у меня сегодня какая-то странная способность, но похоже, она показывает, если человек в ближайший час погибнет. И ты увидела, что твоя мама от того? Ага, и я уговорила ее не идти на работу. Ну, теперь ты хотя бы больше не будешь говорить, что твои проклятия способности бесполезны. Здравствуйте, директор. Я хочу отправить тебя на Олимпиаду, поедешь? Не, мне неохота. Ну, как обычно, ладно, иди. А вы куда-то собираетесь? Да, я с детьми в аквапарк поеду, а что? Это ваши билеты? Ну да. Что ты натворила? Там все занято, я не смогу купить новые. Я тебя отстраняю от занятий на неделю. У тебя свидание с Крашем, волнуешься? Да, он мне так давно нравится. Ой, все, он идет, потом позвоню. Привет. Привет, это тебе. Я знаю, что ты любишь фреш-бар. Ты очень внимательный. Да, я уже даже открыл его для тебя. Ну, пей и пойдем. Это так мило.